Поскольку на моем канале новые видео появляются не так часто, я решил заполнить этот пробел, сделав свой топ-10 игр для консоли Sony PlayStation. Игры, представленные в этом топе, в свое время произвели на меня исключительное впечатление и запали мне не только в сердце, но и в душу. Итак, поехали. 10 место. The Five Element. Игра по мотивам одноименного фильма от режиссера Люка Бессона. Как и большинство игр по мотивам кинофильмов, вышла достаточно посредственной. Однако, для меня в детстве стала первой увиденной игрой для Sony PlayStation. При этом и графикация пятого элемента являлась для меня еще и первым экшеном от третьего лица, да еще и в честном 3D. Как сейчас помню тогда, где-то в конце 90-х, придя с мамой в какой-то театр, в вестибюле я увидел лоток с играми. В 90-е их часто можно было встретить в таких местах. И продавец сидел и играл на PlayStation именно в эту игру. Тогда мне как-то было все равно на кривоватое управление и несбалансированный геймплей, ведь тут можно было перестрелять всех за легендарного Корбана Далласа или отпинать всех за несравненную Лилу. А еще видеоставки показывали между миссиями прямиком из фильма. Девятое место. Hot Wheels Turbo Racing. Забавная аркадная гонка по мотивам серии популярных игрушечных трасс и машинок к ним. При всей своей простоте достаточно быстро затягивает. Да и игрушечные машинки с игрушечными трассами на вполне реальных ландшафтах смотрятся более чем изумительно. Познакомился я с этой игрой несколько лет назад, купив у знакомого продавца по дешевке лицензионный диск. Он уверял меня, что эта игра очень похожа на серию игр Micro Machines, еще Sega. И да, игры оказались в чем-то действительно похожие. А так, все стандартно. Выбираем машинку из базовой серии Hot Wheels, трассу, побеждаем и потихоньку открываем новые машинки и трассы. А еще машинки тут могут взрываться, что, согласитесь, смотрится немного странно. Восьмое место. Gex 3D Enter the Gecko. Продолжение приключений геккона по имени Гекс, начатое компанией Crystal Dynamics еще в 1994 году на приставке Real 3DO Interactive Multiplayer. Наконец-то игра перебралась в честное 3D. Игровая механика использует возможности 3D окружения по полной. Интересный пародийный и сатирический взгляд на современное телевидение, а также потрясающее музыкальное сопровождение, в котором засветился и любимый мной композитор Курт Халланд. К сожалению, в игре очень неудобная камера, к которой не так просто привыкнуть. А так, все по-старому. Злодей Рес вернулся, и Гексу снова надо его остановить, путешествуя по различным телеканалам. Седьмое место. Diablo. Культовая экшен-RPG от компании Blizzard. Детально проработанный мир, но уж очень однообразный геймплей, несмотря на который игра просто затягивает. На PlayStation выделяется прежде всего возможностью играть вдвоем на одной консоли, нежели по сети, как было на ПК. Были и некоторые интересные моменты, эксклюзивные для PlayStation, а также переделанное под геймпад управление и краткая история мира игры в виде аудиофайлов, которые можно было прослушать в меню. В остальном все то же самое, что и на ПК. Три класса разных героев, город Тристрам с немногочисленными NPC, многочисленные подземелья и огромное количество монстров из глубин ада во главе с Диабло.
Шестое место. Hogs of War, или как она называлась в немецкой локализации, Frontschweine, а в пиратской русской локализации «Война – свинское дело», что лучше передает ее изначальный посыл. Тактическая аркадная стратегия с элементами пошагового управления. Достаточно интересная игра, являющаяся прямым конкурентом Worms. Тут пародируется тематика различных войн 20-го столетия, в первую очередь Первая мировая. Есть отсылки и на различные военные фильмы, в основном американского производства. Например, цельнометаллическая оболочка. На выбор куча стран и возможность играть вдвоем на одной консоли. Куча различных классов юнитов, постепенно открывающихся при прохождении. И, пожалуй, это лучшая сатирическая и пародийная антивоенная игра со времен культовой Cannon Fodder. Пятое место. Resident Evil 2. Классика жанра survival horror. Однозначный must-have для всех любителей первой PlayStation. Легендарная игра, которую надо было пройти минимум 4 раза, по 2 раза за каждого персонажа, попадая в абсолютно разные игровые ситуации. Ибо пройдя игру за одного персонажа и начав игру другим, можно было увидеть результат своих действий за первого героя. Тогда это смотрелось воистину круто. Радовал и упрощенный режим, где на все оружие, начиная с УЗИ, давали бесконечные патроны, что явно облегчало прохождение игры, но тем не менее не открывало некоторые внутриигровые режимы и дополнительную сюжетную кампанию «Четвертый выживший». В этот раз нам давали новых героев, а действие самой игры проходило непосредственно в Ракун-Сити. И наши герои пытались выбраться живыми из города, полного живых мертвецов. Четвертое место. Дюна 2000. Интересный представитель RTS для PlayStation и по совместительству ремейк той самой Дюны 2 1992 года. Игра основана на произведениях писателя-фантаста Фрэнка Герберта и одноименной экранизации 1984 года от Дэвида Линча. Эксклюзивно для версии PlayStation использованы 3D-модели техники и зданий, в отличие от аналогичных двухмерных моделей в ПК-версии игры. Потрясающая музыка от Фрэнка Клепаки, видеовставки с живыми актерами, среди которых засветились Джон Рис Дэвис и Мусетта Ванда. А так все стандартно. Три фракции на выбор в лице Атрейдосов, Харкокенов и Ордосов, борющихся между собой за контроль над планетой Арракис, где можно добывать столь ценную пряность. Ну и конечно же песчаные черви, вечно пожирающие зазевавшихся юнитов. Куда уж без них. Третье место. X-Files The Game. Интересный детективный видеоквест по мотивам культового сериала «Секретные материалы» по сценарию самого Криса Картера. Эта игра, конечно же, была и на ПК, но стараниями некоторых наших пиратов была проходима только на PlayStation. Самое главное достоинство игры состояло в том, что играть в нее могли как и лютые фанаты сериала, так и люди, незнакомые с сериалом вообще. По сюжету мы играем за агента ФБР Крейга Уилмора, цель которого — найти пропавших агентов Малдера и Скалли. Подробнее я обозревал уже эту игру в 7-м выпуске передачи «Ретромания». Если кто не смотрел еще, то я настоятельно рекомендую это сделать. Второе место. Silent Hill. Перед нами эксклюзив на PlayStation, еще один must-have на эту консоль, а также еще одна игра-представительница жанра survival horror. Задуманный сначала дельцами из Konami как асимметричный ответ конкурентам из Capcom на их Resident Evil, игра сумела стать нечто большим, чем просто банальным клоном. Тут нам и относительно открытый мир с возможностью его исследовать, интересный и интригующий сюжет, хорошо прописанные диалоги и герои, которым реально сопереживаешь, интересные загадки, кучу отсылок на различные литературные произведения и фильмы. Чаще всего встречаются отсылки на творчество Стивена Кинга. И, разумеется, потрясающее погружение в атмосферу, а также музыка Акиры Ямаоки. Мы играем
за писателя Гарри Мейсона, пытающегося найти свою дочь Шерил, которую потерял после автокатастрофы в заброшенном курортном городке Сайлент-Хилл. Первое место. Vampire Hunter D. Как ни странно, именно ради этой игры я в свое время покупал PlayStation. Достаточно интересная попытка разработчиков скрестить жанр survival horror с играми серии Castlevania, особенно Symphony of the Night. Получилось весьма недурно, учитывая то, что первые трехмерные части Castlevania для консоли Nintendo 64 с треском провалились. В основе игры лежат книги Хидэюки Кикучи, относящиеся к футуристично-готичным романам ужасов. По мотивам книг была нарисована манга, первые три тома которой издавались в России издательством «Азбука», а потом снято два аниме. Кое-какие рабочие кадры из второй части под названием «Ди охотник на вампиров жажда крови» можно увидеть в игре, ибо когда игра вышла, аниме было еще только в процессе создания. В центре сюжета лежит третий роман о знаменитом охотнике под названием «Демоническая погоня за смертью». Дочь Джона Эльбурна, красавица Шарлотта, была похищена вампиром Мэйр Линком и увезена в замок, некогда принадлежавший кровавой графине Кармилле. Безутешный отец решился позвать на помощь Дампира Ди, промышляющего охотой на вампиров. Еще в игре потрясающая музыка, написанная абсолютно в разных жанрах и стилях за авторством Казуи Томинеги, Йошиаки Ивасавы. Это был мой личный топ 10 игр для PlayStation. Собственно, вы можете согласиться с этой подборкой, а можете не согласиться, дело ваше. Если у вас есть какие-то предложения или пожелания, то буду рад увидеть их в комментариях под этим видео. С вами был Барин, до новых встреч!